Доброго времени суток, страйковые летуны. Сегодня я наконец закончил тестировать новый клавишный конфиг для Dogfight. Для такого управления своим маленьким зверем вам не понадобится мышка. Итак, клавиши WASD оставляем как есть. Первый, второй и третий компьютер ставим на NUM9, NUM4, NUM1. Четвертый и пятый ставим на RF, чаще всего это ключи. И самое главное — это перевороты. Их ставим на NUM7 и NUM8. Сброс же скорости и фул тяга ставим на VB. Чтоб привыкнуть к управлению, я советую, если у вас есть знакомый, использовать его СК, и пробовать держаться сзади и наносить урон. Лучше всего взять вот такой вот сетап. Когда вы уже более-менее чувствуете корабль, то можно посадить того же знакомого на страйк и пробовать уже со страйком. Желательно, чтобы этот человек был не совсем уж мясом для вас. Старайтесь использовать хитрости, о которых я рассказывал в предыдущих видео. И настала пора показать и рассказать пару вещей, которые вам пригодятся. Первое. Вам нужно большую часть боя управлять переворотами и тягой. Стараемся держать нос своего корабля по ходу движения противника, как это показано на видео. Второе. В ближнем бою с особо умелым противником лучше не использовать пробел вообще, а вести бой, управляя только тягой. Третье. Найдите себе друга и с ним вместе учитесь. Ходите на дуэли, практикуйтесь. Четвертое. По возможности скачайте программу для записи экрана и записывайте все свои бои. Потом пересматривайте и ищите ошибки, как свои, так и противника. Еще есть много чего, но вы должны дойти до этого сами, путем тренировок. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые приемы. Спасибо за просмотр. С вами был ваш Джек Воробей. Удачной охоты!